Здравствуйте, это наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизнь в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Тест-драйв, обновленная Михайловская набережная, капремонт целого квартала двухэтажек и взгляд на город через объектив известного европейского фотографа. Обо всем этом и не только сегодня в программе. Михайловской набережной устроили на этой неделе настоящий тест-драйв. Здесь по выделенным дорожкам прокатились велосипедисты и роллеры. По просторной зоне променада прогулялись сторонники активного образа жизни. Заодно и своеобразную приемку устроили. На праздник приехали представители федерального Минстроя. Ведь набережную, как и сотни других объектов по всей стране, благоустраивали в основном за государственный счет. И вот результат. Многие сравнивают обновленную набережную Аби с общественными пространствами Москвы. Просто подходы, материалы, разработчики проекта те же или схожие. Разве что затраты несравнимо меньше столичных. На многом удалось сэкономить, но не теряя в качестве и размахе. Одних только скамеек и саженцев по 80 штук. Чтобы все это содержать в чистоте и порядке, городские власти решили даже создать отдельное муниципальное учреждение. Задача – доказать, что Новосибирск справляется с такими сложными проектами, иначе федеральные средства на продолжение благоустройства не видать. Есть в нашем городе особая категория активных новосибирцев. Любители скандинавской ходьбы, роллеры, велосипедисты и даже хоккеисты. Они во главе праздничной колонны. Ведь проектировщики набережной подстраивались под их интересы. Видимо, расчет был верным. Тест-драйв, выделенные велодорожки, получается массовым. Именно они, постоянные гости на Михайловской набережной. И уже следом в колонне идут чиновники. Оценивает результат и замминистра строительства и ЖКХ России. Именно это ведомство контролирует проекты по созданию комфортной городской среды по всей стране за федеральный счет. Московскому гостю экскурсия от новосибирского мэра. Знаковое место для всего города Новосибирска – это наша набережная, которая была сделана, оформлена в 1955 году, прошлый век, одновременно вот с коммунальным мостом. Добро пожаловать на нашу набережную. Первое масштабное благоустройство набережной с момента ее создания. Рекордные сроки, всего один строительный сезон. Уникальные для Новосибирска материалы и технологии. Особую тротуарную плитку искали по всей России. В итоге ее массовое производство специально наладил Бердский завод. Так дешевле. А яблони с красными листьями заказывали за границей. Примерно так обустраивают общественные пространства в столице. Даже проектировщик оттуда же. Михайловская набережная, в принципе, уникальное место, уникальная территория. И вот та первая часть, которая была реализована в этом году, конечно, впечатляет, потому что ее степень реализации от, что называется, перенесения с бумаги на реальность, конечно, впечатляет. Молодцы сотрудники администрации города, молодцы проектировщики и подрядчики. Качество достойное, конечно, всегда есть мелочи, которые при такой большой работе требуют устранения, но в целом все очень достойно и самое главное, успели в срок. Я пришла специально посмотреть, услышать сегодня открытие. Мне очень, конечно, понравилось все. Скамеечки, вот, мне сцены все тут сделали. Ну, вообще люблю свой город. Я горжусь, что у нас так сделали хорошо. Создание комфортной городской среды – программа федеральная. За этот год обустроили больше 200 парков, скверов, набережных, а также дворов в 40 региональных центрах. Претендентов было гораздо больше, так что за деньги пришлось побороться. В результате в список попала и Михайловская набережная. Ее реконструкция займет не один год. Средства на продолжение работ выделят, но сумма пока неизвестна. По крайней мере, в Минстрое довольны новосибирскими результатами. Классная набережная. На самом деле большая работа. И важно, что это только первый этап. Я действительно вижу много объектов. Я раз в неделю нахожусь в каком-то субъекте. У нас решение министра такое. И очень здорово, что проект действительно получился даже в первый год очень показательным и очень качественным. В Минстрое подготовили специальную методику, чтобы объективно оценивать качество городской среды. Множество показателей сведут в индекс. Он и покажет, заслуживает ли город дополнительные средства из госказны на благоустройство зеленых зон. Такая оценка со стороны помогает непредвзято рассмотреть то, к чему уже давно привыкли местные жители. Полезно порой увидеть и скрытые достоинства города, и его недостатки, чтобы делать его лучше.
Новосибирск на этой неделе оказался в объективе известного фотографа Корнелия Казаку. Румын по происхождению, датчанин по месту жительства, правда, весьма условному, он постоянно путешествует, говорит на 8 языках, а его фотографии выставляются в разных уголках планеты и публикуются в ведущих мировых изданиях. Мы прогулялись с Корнелием по Новосибирску, чтобы увидеть город с необычного ракурса и узнать, какие снимки пополнят коллекцию фотографа-космополита. Корнелий, если посмотреть ваше профессиональное портфолио, вы что только не снимали. Снимали школьников Северной Кореи, снимали китобоев в Гренландии, снимали ортодоксальных христиан в Эфиопии. А в Новосибирске что вас привлекло? Полигон в Кольцове. Свалка, вы имеете? Свалка, да. И там свет очень красивый. Я думаю, как фотограф. Мне нравится фотографировать гуманные сюжеты, социальные сюжеты. Мы стоим около одной из главных достопримечательностей Новосибирска – памятник Ленину. Вы на него как фотограф, как смотрите? Я вижу социалистический город. У нас в Румынии после революции памятник Ленина снесли. Снесли. Я думаю, очень хорошие фотографии, как композиция. А давайте сейчас попробуем. Что получилось? Я много уважаю русский фотограф Радченко. Он любил этот необычный уголь. Три вещи, которые вас удивили в Новосибирске. Угу. Это кукольный театр. Это очень красивое здание, уникальное. Я такое здание не видел. Потом красивый был тоже в Александр Невский, в церкви, внутри. Очень интересные окна. Третий. Девушки здесь очень красивые, и глаза особенно красивые. Корнелия, вот те фотографии, которые вы делаете в России, в Новосибирске, они часть какого-то проекта или просто для себя? А может быть, где-то покажете? Всегда, когда я путешествую, у меня есть проекты, что я могу делать. А есть тоже фотографии, которые не в проекте, а очень хорошие. А потом я комбинирую с другими фотографиями для проекта. Я думаю, может быть, чего с религией, потому что у меня есть много фотографий, этот сюжет. А если бы вы делали, допустим, отдельную выставку про Новосибирск, отдельную, как бы вы ее назвали? Не знаю, «Душа Сибири» или... Надо подумать. Это очень важное имя. А вы часто заглядываете в подворотню, чтобы увидеть какую-то изнанку жизни в других городах, ну и Новосибирске? Бывает такое, что идете по улице и сворачиваете специально? Да. Я всегда скажу, если ты хочешь снимать, надо много-много гулять. Что бы вы здесь сфотографировали? Что я бы фотографировал? Может быть, и деталь. Потому что если ты дом хочешь снимать, есть другие здания, новые здания, которые мешают. А как вы думаете, а новосибирцы какие вещи недооценивают? На что нужно нам обращать внимание, смотреть внимательнее? Сейчас это поздно. И если у вас эта старая архитектура нету, и не можно снова построить. Не уберегли. Это. Да, да. Да. Корнелия, знаете, есть такая... Что-то заинтересовало? Да, давайте. Да, да. Очень интересно, что здесь это коммунистическая с советской. Улица советская, улица коммунистическая. Мы на распутье практически. Да. А вам каким показался Новосибирск? Чистым, грязным? Очень чистый. Я думаю, что если ты смотришь на дороге, бумаги нету, пластик нету. Я думаю, что это не большая разница, это не разница между Новосибирск и немецкий город. А самый грязный город, который вы видели? Самый грязный?
Есть в Индии тысячи или миллионы людей на дороге живут, и все грязно. Даже если Новосибирск не войдет в фотовыставку, которую вы откроете, позвольте фотографии на память для нашей редакции, для нашей выставки. $3 миллиарда рублей в этом году потратили на три основных направления развития города. Приоритеты определили в начале 2017-го. Это развитие зеленых зон, главное достижение года, уже упомянутая Михайловская набережная и реконструкция Центрального парка. Второе направление – ремонт дорог. Обновили самые аварийные магистрали. Причем заменили не только асфальт. Установили новые знаки, светофоры, ограждения, сделали стойкую разметку. Хочется остановиться на таких видах работ, которые раньше производились, ну, по остаточному принципу, в минимальных объемах. Это ремонт тротуаров. 42 объекта на 31 миллион в 2017 году и на 47 миллионов в 2018 году. В следующем году Новосибирск вновь получит федеральные деньги, но ремонт дорог лишь полдела. Для их уборки и содержания город покупает 49 машин. И третий приоритет – развитие общественного транспорта. Модернизировали 5 трамваев, а до конца года соберут еще 7. В целом я оцениваю работу как удовлетворительную, та, которая проделана была в этом году. Но самая главная оценка все-таки за новосибирцы. Увидеть, какие дома и когда капитально ремонтируют прямо сейчас, можно с помощью интерактивной карты. Ее разработали по заказу регионального оператора. Посмотреть можно на сайте фонда модернизации. Достаточно кликнуть на конкретный дом, отмеченный на карте, чтобы увидеть перечень работ, которые уже провели или собираются провести. Пока отмечены адреса, по которым работали подрядчики в 2017-м, но скоро укажут и дома, отремонтированные за последние 3 года. Некоторым уже отремонтированным домам повезло особенно, ведь изменился облик не одного здания, а целого квартала. Такое преображение переживают сегодня двухэтажки на улице Урманова. Приземистые двухэтажки на улице Урманова теперь выглядят как на фотокарточках 40-х годов, только в цвете. Дома строили целым кварталом, вот и обновляют все сразу, и внутри, и снаружи. По уже отремонтированным домам видно, фасады не просто красят и латают. Тут полностью восстанавливают балконы и лепнину. Делается в цветовой форме все. И восстанавливается вот этот первоначальный вид вот этих домов. То есть это какое-то своеобразное лицо нашего вот этого жилого района. Это очень приятно. Местные жители без скандалов согласились демонтировать остекление на балконах, чтобы не портить экстерьер. Шли навстречу рабочим. В итоге капремонт хоть и был трудоемким, но отношением подрядчика к делу жильцы довольны. Строители, они что-то уронили, и мне пробили пластиковую нижнюю часть двери вот, на балконе. И буквально один день пришел человек, который замерил все это дело, и на следующий день он это уже все приехал и все заменил. Понимаете, это только по звонку, это никакого ни заявления, ничего не было. Внутри тоже все новое. Систему водоснабжения поменяли еще 3 года назад. Теперь обновили трубы отопления. Редкий случай. Жильцы, не жалея, позволили подрядчику менять стояки в квартирах. Открываешь окошко, и не чувствуешь вообще, что на улице зима. На улице тепло, очень уютно. Топит прекрасно батареи, идет прекрасно горячая вода. Ничего не течет, все отлично. Правда, многих жильцов, наоборот, мучила жара. Эту проблему тоже решили. Теперь отопление можно регулировать. Заодно некоторые специально купили батареи, чтобы установить их за счет капремонта. Дополнительно поставили вентиля, потому что в прошлом году было очень-очень жарко. И все жильцы там и одеялами укрывали, и все такое. А в этом году, когда поставили вентили, что можно регулировать, все очень довольны. Вот так постепенно приведут в порядок и оставшиеся дома. Хотя местные жители беспокоились, что их двухэтажки ждет только медленное угасание и снос. А вместо этого квартал получил новую жизнь. Новосибирцам предлагают сдать батарейки. Еще месяц в нашем городе будет проходить экологическая акция по сбору отработанных элементов питания. Батарейки любые, потому что разделение происходит уже у нас на производстве. И, конечно, утилизация разного вида батареек – это разные процессы. Да? Если есть, допустим, батарейки с
с ноутбуков, есть с источником бесперебойного питания, есть литиевые батарейки телефонов, да, есть никель-кадмиевые, вот самые простые, это никель-кадмиевые, щелочные батарейки, да, все это разделяется у нас на производстве. Это для потребителя оно не должно быть какой-то там проблемой. Приносите и размещаете все. Акцию проводят, чтобы понять, насколько горожане готовы, в принципе, к раздельному сбору мусора. Пока с каждой точки в месяц собирают по 20 килограммов отработанных батареек и аккумуляторов. Пункты у нас организованы в объектах потребительского рынка, то есть это магазины, а также в рамках работы специализированного автомобиля, который ездит по территории частного сектора, и установлен график, когда они ездят по территории частного сектора и собирают вот эти отработанные элементы батарейки и, соответственно, тут содержащий отход. Вы можете зайти на сайт департамента, там вывешен график движения экомобиля, то есть по тем улицам, по времени, когда можно, соответственно, сдать. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003. Все выпуски программы «Наш Новосибирск» на канале «Новосибирские новости» в YouTube и в группе ВКонтакте. Также слушайте нас на радио «Городская волна» на частоте 101.4 FM. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Новосибирск – наш общий дом. Мы можем сделать его комфортнее, чище и безопаснее. Зарегистрируйтесь на сайте «Мой Новосибирск». Сфотографируйте проблему и сообщите о ней. Проконтролируйте результат. Оцените работу. Сайт «Мой Новосибирск» – для тех, кто хочет навести порядок –